нашем аквариуме новенький. Эй, какого племени и крови ты? Какой воды твоя золотая икринка? Фамильных зоомаркетов или птичьего рынка? Никак тебя не расковыряем, не разглядим. Всегда в углу или где-то с краю, так нелюдим. Мы взглядами выжигали на нем вопросы. Он сорвался и начислил ответов каждому досыта. Голос его звучал гипнотически достойно. Он называл себя пойманным, каждого из нас выведенными для продажи, будто с рождения знал, что нам сегодня скажет. На пару дней в году рай становится тесным, реальность до тошноты бессмысленной и пресной. И вы, как всегда, столкнувшись с неизвестным, все списываете на погоду и стрессы. Любые непривычные сигналы изнутри определи как опасные и сразу сотри. Я теперь голос вашей природы, только снаружи. Я до чертей намолчался, пристегивайтесь потуже. Никакого заговора, все по-настоящему. Никто от вас не скрывает, что вы живете в ящике. Внутри умеренный климат, вкусная еда, жизнь внутри, будто другой не было никогда. Ваши сердца горячие и не остыть им. Внутри ящика друзья, любовь, череда открытий. Простое житейское счастье внушительной длины. И только со смертью поймете, чего были лишены. Тайны в миллиарды литров, что не спешит открываться. Древних, как сама вода, маршрутов миграции. Вырванные стихии, вы декор в чьих-то домах. Простое житейское счастье, ваша тюрьма. Не сговариваясь поверх его слов, в его чешую с треском вонзилось десяток крестов. У аквариумных рыб можно учиться волкам, но пока был жив, он ни на секунду не замолкал.